Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Його не може весь світ зупинити. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется.